Всем привет, друзья, канал Масалим. По работе у нас Toyota Land Cruiser 200. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. На полу в багажнике кое-где вибро присутствует. На задних арках по небольших, несколько квадратиков. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Задние крылья голые. Ну, потолок также сплошной голый металл. Смотрим, что у нас по дверям. Двери задние. Видите, на такой большой площади вот кусок вибра. Слышите, как звенит металл. Задние двери, передние двери. Передние двери вообще ни единого куска. Ни шума, ни виброизоляции. Пол более-менее вибро и обработан. Но, по мнению владельца, все равно данная шумоизоляция очень слабая. Приступаем исправлять. Так, закончили клеить первый слой в дверях автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Первый слой мы клеим вибропласт, толщина его 3 мм. Задние двери проклеили, второй слой шумопоглотителя, толщина его 6 мм. Всего их будет 4. Также заканчиваем работы по проклейке крыши. Видите, первый слой также проклеили вибропластом и приступили клеить второй слой шумопоглотителя. Смотрим, закончили клеить первый слой вибропласта на полу, в багажнике на автомобиле Toyota Land Cruiser. Также проклеили задние арки, крылья. Максимально обрабатываем поверхность, все тщательно прокатали валиком. Нанесли на двери еще два слоя. Третий слой мы нанесли вибро. 2 мм толщина. Также нанесли уже четвертый заключительный слой шумопоглотителя, толщина 15 мм. И проклеили первым слоем вибропласт пол в салоне. Смотрим дальше. Клеить шумоизоляцию на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Проклеен у нас шумопоглотителем пол. В багажнике проклеены задние арки, крылья. Вот и проклеили шумопоглотителем пол в салоне. Приступаем собирать. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Видите, весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки сборки салона мы не оставляем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!